знаете, как известно, мужчины и женщины смотрят на одни и те же вещи абсолютно по-разному. Итак, представьте себе обычная ситуация. Парень рассказывает о прошедшем вечере своему другу, а девушка о том же вечере рассказывает своей подруге. Алло, алло, Светик, привет. Здорово, Коля. Ой, слушай, мне кажется, я влюбилась. Слышь, по-моему, у меня наклевывается. Да, вчера в баре познакомились. Такой нерешительный, 3 часа на меня смотрел. 3 часа ждал, пока она напьется. Ну, потом подсел, заказал самое дорогое вино. Не, ну я, конечно, офигел, когда мне счет принесли. Я же не знал, что он такой дорогой. Да, Свет, такой милый, весь вечер меня называл то зайчиком, то котиком, то ласточкой. То ли Лена, то ли Таня, то ли Света, я не помню вообще. Да, очень романтичный. Мы все свидание целовались. Ей говорить с ней, конечно, не о чем, да. Да, а потом, когда в парке гуляли, он сказал: подожди, будет сюрприз. А через 5 минут вернулся с букетом сирени, представляешь? Меня от этого вина так скрутило. Хорошо, хоть кусты рядом были. Ой, Света, а как он умеет слушать? Да, братан, я думал, она никогда не заткнется. Да, потом поехали к нему, ну, конечно. Слушай, такой чистюля, 3 раза душ принимал. Блин, надо запомнить, как это вино называется. Ну, чтобы еще раз не купить. Света, 2 часа. И это только предварительные ласки. Слушай, я не знаю, брат, со мной такое первый раз. Может, это возраст, а? Или к врачу сходить. А потом, представляешь, он меня со своей мамой познакомил. И тут входит мама. Ну да, конечно, отвез домой. Правда, целый час не хотел меня никуда отпускать. Сидели в машине, разговаривали. Да не, ну там у подъезда 3 хмыря какие-то стояли. Я же не Брюс Ли, стреманулся немножко. А я, ты знаешь, не знаю почему, разоткровенничалась с ним, про бывшего своего начала рассказывать. Ну помнишь козла того, который меня бросил? Последнее. Чувак, по-моему, ты ее знаешь. Ой, Света, еще такая новость. Он мне такой подарок на день рождения сделал. Ани Лорак пригласил. Не, ну потом я офигел, конечно. Я же не знал, что она столько стоит. Дорогие друзья, встречайте, наша любимая и безумно дорогая Ани Лора!